В минувшие выходные парк Толстого превратился в центр семейного отдыха. Для детей организовали бесплатные мастер-классы. С ними играли веселые аниматоры, переодетые в героев мультфильмов. Городская власть поддержала у нас, Александр Николаевич, Александр Анатольевич. Мы решили сделать именно семейный калейдоскоп. Городской семейный праздник, посвященный Международному дню семьи. На эту идею откликнулись, увидите, многие творческие детские коллективы, семьи, партнеры многие, которые бесплатные мастер-классы, релаксация, чтобы действительно и мамы, папы смогли отдохнуть, почувствовать себя на выходном дне. В этот день особое внимание многодетным семьям, а также тем, кто воспитывает приемных детей и детей-инвалидов. В семье Петуховых три сына и дочь. Сначала у нас появился Саша, а потом мы поняли, что у нас есть возможность подарить любовь, заботу и воспитание еще другим детям. Потом у нас появился Артем, потом мы поняли, что нам это нравится, у нас это получается, и потом у нас появились Таня и Миша. И им всем у нас тоже нравится, мы их тоже всех любим, и они нас тоже любят. Городские власти оказывают всестороннюю поддержку семьям с детьми-инвалидами и многодетным. Психологическую помощь, консультации они всегда могут получить в центре по работе с молодежью и семьями. Полюби небо вечное, полюби и мечтай, полюби ветры встречные и с ними везде летай. Александра Седачева, Иван Зюрев. События. Брянск.